Так. Это Луна 16 августа 2021 год. Харьков. Сейчас будет Сатурн с Юпитером. Сынуля, поздравляю с днем рождения. Еще разок. Совсем немножко у меня времени, но не удержался я, чтобы не выскочить. И не поснимать. Половинка луния. ИСУ 400 принес я в жертву качество видеозаписи. Возможности снять Сатурн. Ах, ты ж моя лапочка. Сатурн, хотя сейчас на очень близком расстоянии по орбите, 2 августа всего было противостояние, но все же 1 миллиард 341 миллион километров расстояние до Сатурна — это далеко не то же самое, что 370 тысяч километров до Луны сейчас. Ай, какая красавица. Ладно, давай не будем утяжелять дубль. Выдержку уменьшил до 1.30. Так, и поехали. Полетели. Поскакали. Понеслись на Сатурн, который, как я и сказал, в 1 миллиарде 341 миллионе километров. Это дальше даже, чем до бабушки моей. Он же ж ты криворукий, а что ж ты промахнулся. Тысячи извинений. А тороплюсь сейчас Юпитеру просто спрячется за тополя. Тополя у нас тут 30-метровые, густые и частые. Так что, в принципе, перенесу штатив, если что. В темноте все равно не будет видно. Как все трясется, и голова никак не закружится. Кроме меня, конечно. Та-дам. На взлет она идет как раз. Да. Но снимаю на щебенке, к сожалению, это лучшая локация, которую я смог сейчас выбрать. Поэтому так тяжко наводиться. Штатив не получается. 125-кратное увеличение. Для того, чтобы регулировать наводку, мне приходится двигать ногу, треноги. Тавтология. Ногу штатива. Слово тренога, конечно, больше информации дает. Об оборудовании, используемом при съемках. Не думаю, без этой информации вы сейчас можете обойтись. Пускай это будет штатив. Все, ничего не трогаю. Все стоит на штативе. У нас довольно безветренно. Это просто великолепно. Сатурн сейчас где-то 10 угловых градусов над горизонтом. Ну, то есть
в довольно плотных слоях атмосферы, но все-таки уже не совсем низко над горизонтом. Все, пошли к Юпитеру. Юпитер вообще сейчас приближается к своему противостоянию 19 августа через 3 дня. Где он уже спрятался за... Вон, да. Придется немножко переместиться на пару шажочков. Сейчас 600 миллионов километров. То что, что будешь делать, неудачно на камень поставил. Ну, выглянул с балкона, не смог удержаться, чтобы не сбежать. Не поснимать. Ну давай, давай. Давай, роднюсенький. Попадайся уже в кадр. Ну, я даже вижу экваториальные полосы, практически параллельно горизонту. Идет Юпитер. Да. Все-таки на грунте много лучше. Ну что? Так, вот сейчас хотя бы, по крайней мере, видно. Справа Ганимед, спутник, самый крайний правый. Потом идет Европа, ой, Калиста. Потом Европа и вот. И ты посмотри, какой ты спутник. Ладно, это не дело. Надо переходить на какую-то поверхность более... удобного Рима для съемок. На щебне снимать это уже что-то совсем не то. Просто другие локации сейчас с деревьями закрыты и вообще не фонтан. О, Платоша. Кратер Платон. Будьте любезны. Так, хорошо, что мы имеем 21.32 по Киеву. Харькова, первый дубль. 16 августа 2021 год. Всем днем рождения.